І що стосується тієї наземної операції, яку проводить Цахал, пане Давиде, безумовно, маємо ще час і хочеться поговорити. Міністр оборони Ізраїлю сказав, що бойові дії в Газі триватимуть до звільнення усіх заручників. Станом на сьогодні, що відбувається у секторі Гази, яка кількість ще в полоні у хамасівців? В плену у Хамаса знаходиться орієнтовно 136 чоловік, але часть із них погибши. Яка точна частина погибла, ми не знаємо. Убита, в тому числі і хладнокровно убита терористами. Но это та цифра, при том, что, о которой говорит Израиль, и Израилю важны даже тела погибших. Это очень и очень важный аспект для всех граждан Израиля. Что происходит сейчас? В северной части Газы, то есть город Газа и вот северная часть сектора, там, где изначально началась сухопутная операция, общевойсковая фаза операции завершена. То есть уничтожена, скажем так, организованная оборона Хамаса, там уничтожена, имеется некий общий оперативный контроль и ведется борьба с очагами сопротивления и с поиском тех или иных подземных коммуникаций, их уничтожений, места хранения боеприпасов, оружия и так далее. То есть на самом деле это тоже фаза боевых действий, которая предусматривает довольно длительный период. Но это нечто иное, и это позволило значительную часть сил северной части Газы вывести. Кого-то даже демобилизовали, кого-то отправили на дообучение, например, бригады, состоящие из курсантов школ младших командиров, танкистов, офицеров. Эти бригады отправлены на доучивание, чтобы в качестве командиров уже вернуться в ряды вооруженных сил в ближайшее время. Ну и развивается операция в центре Газы и на юге сектора, там, где гораздо большее количество местного населения, которое в том числе пополнилось за счет тех, кто ушел с севера. Это диктует, это и американское давление, и соблюдение правил ведения войны, диктует разного рода другие действия, менее интенсивные. Плюс на вокальном уровне, опять-таки из-за американского давления, прямо сегодня следует заявление о том, что Израиль переходит к другим, более менее интенсивным этапом боевых действий на юге и центре Газы. Тем не менее, действия там интенсивны, семантика, действия интенсивны. На севере идет уже второй этап классический, а вот там еще продолжается первый общевойсковой, и он, в общем-то, еще в разгаре. Чи можна говорити про те, що буквально ще кілька тижнів потрібно Цахалу для того, аби вирішити питання із Хамасом? І наскільки спокійно себе поводить Хезболла? Для того, чтобы решить общевойсковую фазу на юге и севере Газы, да, вероятно, несколько недель плюс-минус вполне срок реалистичный. Однако вот это очень важно, что фаза после нее, вот эта фаза добивания Хамаса и поиска тех или иных ресурсов его и уничтожения, она тоже необходима, она очень длительная и она в любом случае растянется на месяц. Вот для общевойсковой фазы может быть и достаточно. Зависит от того, как будет действовать армия, я имею в виду с точки зрения давления, политических решений и вот этой вот сложного механизма. Хизбалла ведет себя, скажем так, активно достаточно. Израиль пытается в той или иной степени менять правила игры, демонстрировать Хизбалле, что не все по ее правилам. Сегодня был ликвидирован один из высокопоставленных командиров Хизбаллы в Южном Ливане. Это был такой ей намек прямой, что мы знаем, где кое-кто из ваших командиров находится, мы не играем всегда по вашим правилам, и мы готовы расширить сами боевые действия. И главное другое, обмен ударами с Хизбаллой продолжается, но в Израиле созрело очень глубокое понимание того, что играть по правилам террористической организации мы не имеем права. Мы должны предпринять те или иные усилия, которые приведут к решению в заметной степени, полного решения здесь быть не может, этой проблемы и этой угрозы. А это значит, что по большому счету есть этакий ультиматум. Когда удастся решить основные проблемы с Хамасом, я имею в виду общевойсковую фазу с Хамасом, то Израиль намерен либо политическим путем, путем давления через посредников, либо военным путем решить проблему Хизбаллы. В противном случае это просто ситуация неприемлема. И весь вопрос в том, произойдет ли серьезнейшая эскалация, а боевые действия идут прямо сейчас, произойдет ли дополнительная эскалация сейчас в рамках обмена ударами, о которых я говорил, вот там ликвидация того, а они отвечают нам по другому месту. Либо Израиль дождется более выгодного момента, и это просто произойдет несколько позже,
и предпримет решительные действия уже масштабные против Хизбаллы. Американцы очень не хотят расширения боевых действий. Они пытаются найти политическое решение, но мне трудно поверить, что Хизбаллу удастся убедить ее, что необходимо отступить и проиграть фактически, без того, чтобы началась большая война. Будем смотреть. Останнє, буквально, Давиде, про співвідношення втрат. Скільки бійців втратив Цахал за час цієї наземної операції? Чи відомо про кількість знищених хамасівців? Ну, тут важно розділяти два моменти. Ведь були дуже великі єдиноразові потери 7-8 октября серед бійців армії і сил безпеки. Это подразумевается и полицейские подразделения, и ШАБАК, служба внутренней безопасности. То есть за все про все больше 500 военных погибло с начала войны. Это если мы говорим 6-7 октября. Однако с учетом военной операции, если мы говорим о сухопутной операции, рассчитываем, то это примерно 180 небольших военнослужащих погибли с момента начала сухопутной операции. И это гораздо ниже тех расчетных потерь, которые могли бы быть и которые предполагались для данного этапа. Эта цифра, естественно, входит вот в те 500, о которых я говорил. Менее 10 военных погибли на севере во время обменов удара с Хизбаллой. И несколько гражданских погибло на севере Израиля. Плюс несколько человек погибло в ходе операций в Иудее и Самарии, то, что называется западный берег реки Иордан. Там уничтожено более 250 террористов. Потери Хизбаллы, признанные самой организацией, 154 боевика, включая сегодня высокопоставленного командира, то есть разница весьма велика, плюс несколько десятков террористов палестинских организаций, действующих с Хизбаллой. Что касается Газы, то оценки израильского командования, такие консервативные, говорили несколько дней назад о 8000 убитых террористов. И, видимо, о количестве пленных не говорят, но оно более 1000, это я вам могу сказать точно. Цифры эти растут, и это примерно то, о чем можно говорить сейчас.